Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол. Он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады. С незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее ни до. Не зазвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла охот, мышей ловил. Не допригубил. Он пока лишь затеял спор, спор. Неуверенно и не спеша, не спеша. Словно капель кипота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, и судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до, но не добрался он ни до. Ни до догадки, ни до дна, до дна. Не докопался до глубин. И ту, которая одна, недолюбил, недолюбил, недолюбил. Правда ли смешно, смешно? А он спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единой буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И стихи писал на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на лету. Но к ней в серебряном ландо он не доехал и не до. Не добежал бегун, беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его телец, холодный вечный путь плакал. Смешно, и правда не смешно, смешно, когда секунд не достает недостающее звено. И недолет, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли? И вам смешно, и даже мне. Бой на скаку и птица в лёт. Почей мне, почей мне, почей мне, почей мне. Удивительное дело, как будто писал эти строки накануне своего ухода, как бы бросая взгляд на только что прожитую короткую жизнь, подводя итоги. А он, инохотью скачет, а это значит, что иначе, не углубляя чьи-то борозды, не под седлом и без узды, но все равно, как не бежал, как не спешил, осталось недорешено то, что он недорешил. Чуть
Чужая душа потемки, никто не спорит с этой истиной. Но истина также и в том, что собственная душа все те же потемки, а человек не боится темноты. Ему кажется, что там опасность. И он отводит глаза, чтобы не встретить собой. Кто же он? Высоцкий. Высоцкий для нас не кумир, а любимый старший брат, неоднократно спасавший своим веским словом нашу совесть и чистоту. Тогда, когда Слово Божие было объективно, не услышать по всей стране. О брате ли не нам молиться сейчас, дожив до таких времен, когда можно невозбранно молиться. Высоцкого, конечно, жаль. Судьба его действительно печальна. Вызывает удивление, что его творчество, являющееся, по крайней мере, неоднозначным, преподносится как нечто благотворное, полезное и назидательное. Пусть там и есть неплохие мысли, но одно только исполнение этих песен самим Высоцким вызывает мороз по коже. Какое уж там благотворное влияние. Наркоман, алкоголик, певший свои банальные песни, блатные, рычавший в пьяном угаре, это тот, кто несколько раз был женат и откровенно издевался над святыми для православных истинами. Поистине, мухи и пчелы летают в одной местности. Но мухи видят нечистоты, а пчелы – благоухающие медом цветы. Да кто же он? Кто этот комок нервов? Этот иноходец, это с выдернутой щекой гранаты. А он мятежно просит бури, как будто в бурях есть покой. И это он. А что же искал в бурях Высоцкий? Себя? Ответы на свои вопросы? А может, любовь? Да, любовь. Все ее ищут, но штука в том, что любовь нельзя найти. Нельзя. Потому что она приходит сама, тогда, когда захочет. И тому, кого сама выберет. Но все равно он ее искал. Может быть, неумело, на свой лад. Ведь он же и находится. Он же не выбирает дорогу по GPS, а по интуиции. Именно по интуиции. Или по страсти. По страсти. Потому что, что ни находил, не удовлетворяло его жажду. Не там искал? Не то находил? Любовь. Она все же к нему приходила. Много раз. Но ненадолго. И вдоволь страстно скитаю,
любви великая страна. И строится из своих для испытаний, все строже стало спрашивать она. Потребует разлуки расстояния, лишит покоя отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой, и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить. Песни Высоцкого расходились на магнитофонных лентах. Я не помню точно, какая первая песня была из услышанных, но одну из них я запомнил. Меня поразил не только текст, но и манера исполнения. И я страстно захотел выучить ее, в смысле спеть и саккомпанировать себе. В те далекие времена нашего детства и юности мы еще не имели жизненного опыта, не имели тяги к самопознанию. Мы радовались всему и не задумывались ни над чем. Ведь молодость, она ведь какая? Она ведь легкомысленна и бесшабашна. И именно поэтому нам в голову влетали различные песни-сказки, блатные песни, скабрезные, куплетики разные, прочая ерунда, которая, конечно, тогда не казалась ерундой. И поэтому я сразу положил глаз на песню о нечисти и совершенно равнодушно прошел мимо песни «Пони привередливой». Мы в то время еще не путешествовали вглубь своей души. Да мы и не знали о ее существовании. Итак, на мое 15-летие отец купил мне гитару. Это была семиструнная гитара, первая моя гитара. Наша промышленность не пускала, по-моему, тогда еще шестиструнных. Кстати, наша житомирская фабрика, вы не поверите, выпускала железные гитары. Да-да. Гитары, корпус которой был спаян из жести и покрыт молотковой краской. У меня тоже такая гитара была. Но первая была деревянная, стоила она 7 рублей 50 копеек. Итак, гитара куплена, принесена домой. Да, ее настроили в магазине, принесли домой. И тут оказалось, что моя мама бренчит немножко на гитаре. Кто-то когда-то научил ее трем аккордам.
И вот эти три аккорда я получил по наследству. И быстро выучил эту песню. И это была песня не только первая Высоцкого. Это была вообще первая песня, которую я когда-либо сыграл на гитаре и спел. Это была песня о нечестии. В заповедных и древних страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучи, и в проезжих сеет страх. Воют, воют, что творишь, покойники. Если есть там соловьи, то эти горизмы разбойники. Гитарист и певец Миша Спектр. Он жил в частном домике небольшом со своими родителями. Временами, иногда, в этот дворик набивалась толпа, человек 10-15 больше не ходило. Выходил Миша на крыльцо, и начинался концерт. Миша играл на шестиструнной гитаре. И то, что он играл, приводило к дикий восторг девчонок и в зеленую зависть ребят. Я попал туда случайно. Напротив Миши жил мой одноклассник Игорь Зарцев. Я был однажды у него в гостях, вышел, смотрю, импреза какая-то. Протиснулся в этот дворик и стал слушать. Но не прошло и 10 минут, как я понял, что я играю и пою совершенно не то, что нужно. Именно тогда Высоцкий был отпущен на все четыре стороны. А мою голову заняли дворовые песни. Легкий теплый дождь, маленький снег, я в подъезде против дома твоего стоит.
песни. Тогда же, закрывшись на кухне, включался огромный зеленый глаз нашего радиоприемника, и я сквозь глушители ловил битл звучание песни. К Высоцкому я вернулся много-много позже. Но не раньше, чем узнал, что человек – это не только тело с костями, что это еще и душа. Вы помните холст с нарисованным очагом в каморке папы Карла? Очень много людей, для очень многих людей это и есть их единственный реальный мир. И только тогда, когда человек созревает, когда он начинает задавать себе вопросы, кто он, откуда и куда он следует, вот тогда человек готов приоткрыть этот холст и найти там дверь. Дверь совершенно иной мир, более реальный, чем наш. Но это длинная дорога, и начинали мы эту дорогу с книг. Мы читали запоем с фонариком под одеялом. И это были не война и мир, это были не преступления и наказания, это было не Анна Герман, это был Вальтер Скотт, Жюль Берн, Айзек Азимов, позже Михаил Булгаков. Мы ставили себя на место героев этих книг и вместе с ними боролись за свободу, справедливость и любовь. Среди бывших свечей и чайных молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие молитв, изнывая от многих своих катастроф. Детям вечно достанных возраст и год, и дронизм до сами, до смертных обид. Но одежды глотали нам матери в срок, мы же книги глотали пьянее от строк. Прилипли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой слова как раз, и кружил наши головы запах борьбы. Спасти лишь мы, не знавшие бой, за воинственный клич, принимавший бой, тайну слова приказ, назначение границ, сквозь атаки нас, боевых колесниц. Но в кипящих котлах прежний бой не смог, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роль предателей трусов не будут, детских игр своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоить и ближних любят, мы на роли героев ловили себя. Только звезды для нас совсем убежали, край приведу за вас только боль и труд. Старайся на дом мертвых разжигать, и как же принять на трудных рук, испытай за планет ищет теплым мечом, и доспехи навек, что почем, что почем, разберись, кто трус, и избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящий. Когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его для тебя, ты поймешь, что нашел, отключил, отыскал, ласкал, забрал, для смерти оскал, ложит в лоб, а гляди, лица грубы, всегда позади, воробьё и кровы. Если мясо сожрать не ел, в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.
1972 год. В этом году режиссеры фильма «Земля Санникова» предложили Высоцкому роль в фильме. Но художественный совет на студии отклонил кандидатуру Высоцкого в пользу других кандидатов – Андрея Миронова и Олега Даля. Дело в том, что Высоцкий для власти тогда был, как сейчас говорят, токсичен. Герой фильма должен был быть поющим. Высоцкий предложил студии, что он напишет, песни к этому кинофильму и исполнит их. И за это не возьмет дополнительной оплаты. А вопрос денег был очень важным. И поэтому киностудия дала добро. Начались предварительные съемки. И вот однажды эти видео, кинопробы попали к директору киностудии, некому Николаю Сизову. Человек чрезвычайно ограничен. Он ткнул Высоцкого пальцем и сказал, вот это убрать. Так не поют. И вообще он какой-то мрачный, совсем героический. Сказано, сделано. Но это не конец истории. Тут на сцену выходит Марина Владимир. Она передается через своего представителя, что готова сняться в этом фильме, только при этом условии, что снимается вместе с мужем. Получить свой фильм «Западную звезду» — это имеет 100% успех и большие кассовые сборы. Естественно, что Сизов сдался. Высоцкий приступил к разлучению роли. И вот, когда роль была разлучена, чемоданы собраны, билет на «Красную стрелу» куплен, и перед самым выездом накануне Высоцкому позвонили и сказали, что договор с ним расторгнут, и что на роль утвержден, Христовского утвержден Олег Даля. Это было полная неожиданность не только для Высоцкого, но и для режиссера этого фильма, было два режиссера. И только спустя несколько дней выяснилась причина. Почему же? Оказывается, за несколько дней до отъезда на съемки, немецкая волна выпустила передачу Высоцкого. В этой передаче Высоцкий был представлен как антисоветчик и диссидент. Материалы этой передачи КГБ положил на стол Суслову, и судьба Высоцкого в этой картине была решена. Он писал несколько операций. Но надо понимать, что Высоцкий, он не умел просить. Все его творчество – это требование. И поэтому вместо просьбы были обличения. Песни Высоцкого тоже не звучат в этом фильме. Вместо них, да естественно, что Высоцкий писал для себя эту песню. Вместо них Христовский, то есть герой Олега Даля, исполняет песню «Есть только миг между прошлым и будущим». Я совершенно не против этой песни. Хорошая песня. Философская даже в чем. Но если кто-то видел, смотрел фильм «Земля Санникова», он должен помнить образ Христовского. Это сорвиголова. Это авантюрист, в хорошем смысле этого слова. Для него эта песня – это мелохроническая песня, это не его характер песни. Совершенно. Кроме того, ведь Олег Даль не поет, поет за кадром профессиональный певец, и это еще больше морщишься от этого. Не знаю, лично я. Я могу себе представить, если бы сыграл Высоцкий. Да еще, нам представьте, он сыграл бы эту песню, он сыграл бы этот фильм, эту Христовскую. А представьте себе в этом фильме «Корни перерезали». Вот это была бы песня характера Христовского. Чуть подгоняю,
еще постою на краю. Да, Пугачев был убийцей, но, поверьте мне, не больше, чем Александр Первый с его декабристами и канонизированный Николай Второй с его кровавым воскресеньем. Для Высоцкого церкви все было не так. Не так, как надо.
Корнелия. Повремени, повремени, утро мудренее, но и утром все не так, нет, там и сели. То ли куришь на дощах, то ли берешь с похмелья. Раз, да еще раз, да еще много. Религиозность Высоцкого – это его интимное дело. Тут нельзя ничего говорить абсолютно, потому что надо слушать его песни и самим делать выводы просто из этого, потому что оно глубоко личное. Я думаю, что религиозность Высоцкого выходила далеко за рамки христианства. Она начиналась чуть ли не с языческих райских птиц, языческой Руси, такой Руси, которая она должна была бы остаться, пока мисс Господу не угодно было послать славянам своего посланника, ведь Иисус был послан заблудшим овцам дома Израиля, а не славянам. Высоцкого песня «Купола России», сказал бы, «Купола» — это церкви, но эта песня не столько о куполах церкви. Высоцкого песни — это песня одной мысли. Часто одной строки, это одна строка должна выстрелить в десятку, просто в десятку. И в этой песне «Купола российские»
Этой строкой является, по моему разумению, строка о опухшей от сна. Держали в России. Опухшей от сна. А ведь она до сих пор не проснулась.
1975 год. Немецкая студия «Финал», «Westdeutsche Rundfunk», сняла программу «Висоцкого», всего участия. Съемки велись на даче Макса в Переделке. На этот раз немцы старались не подставлять Высоцкого, и поэтому вопросы уже были более-менее такие нейтрально лояльные. И вот корреспондент «Westdeutsche Rundfunk» начал свое интервью с вопроса, который вызвал смех у всех присутствующих. Он спросил, кто пишет вам песни? Ну, Высоцкий, естественно, но отвечал, да я сам пишу. Это же не песни, это такие куплеты под гитару. Я сам пишу стихи, сам пишу музыку и сам исполняю. И стараюсь исполнять только сам. Потому что это мое, как хочу, так и пою. Другие могут исполнить лучше, но не так. И вообще я не люблю, когда мои песни поют другие. Сколько я написал песен? Ну, я пишу уже давно, лет 10. Думаю, 600. О чем? Ну так ведь это надо слушать. Они совершенно разные, в разных жанрах. Иногда шутки, иногда бурлески, иногда такие намашивые ритмы, выходки. Но это про все, про нашу жизнь, про наши дела, про мои мысли, про то, что я думаю. А вы спрашиваете мое кредо, да? Понимаете, если бы я мог в двух словах это выразить, я бы не стал писать эти песни, а взял бы бумажку и написал бы, что я считаю, что должно быть так, так, так и так. На этом бы закончил. Но если пишу эти песни, значит, надо столько же долго рассказывать, сколько они звучать будут. Они будут звучать, я думаю, ну, двое суток. Нравятся ли мои песни начальству? На самом деле, это не провокационный вопрос. Я думаю, что некоторым нравится, а некоторым нет. Вы понимаете, наш этот жанр, в котором я работаю, авторская песня, он у нас как-то не прижился. Хотя во всем мире есть певцы, которые поют свои песни на свою музыку, свои тексты. А у нас считается, что песню создает три человека. Композитор, поэт и исполнитель. А когда все в одном лице, это вызывает минимум осторожность, Тем более, которые не имеют вокальных данных. Поэтому этому жанру очень тяжело прижиться на дорогу здесь. Моя любимая роль. Моя любимая роль это Гамлет, конечно же. Гамлет и Галилей. А хотел бы сыграть я еще. Хотел бы сыграть Калигулу по пьесе Камю. Что важнее для меня, роли или песни? Да? Я раньше говорил одинаково, и то, и то. А сейчас скажу, что песни важнее. Почему? Да потому что песни я пишу сам. Актерская профессия, она исполнительская. На тобой есть автор, режиссер, начальство. Шел 1975 год. Высоцкому оставалось 5 лет жизни. За эти 5 лет он напишет еще 200 песен. Опыт. И вообще, большинство его песен, который он писал, это были песни о свободе, аллегорические, естественно, песни. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Вам ничего не напоминает эта сегодняшняя реальность? Вернусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять, как вчера, обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Из-за лета их хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тени, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат заводчики, и лают с игрой.
врага, преградив нам дорогу флажками, бьют уверенно наверняка. Бог и не может нарушить границы, видно в детстве слепые щенки. Мы в Бобчата заслали волчицу, их заслали нельзя за флажки. Идем на ход на волков, идем на ход на серых хищников, матерых щенков. Кричат заводчики, лают седорводы, кровь на сливы, пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, отчего же вожак дает ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Вот Бог и не должен, не может иначе. Бог качается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идем охота на волков, идем охота на нервных хищников и щенков. Кричат загонщики, лают судороды, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел, за флажки жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвутся силы все сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых щенков. Кричат загонщики, лают седороды, кровь на снегу, пятна красные флажков. В том же, в 75-м году в Советском Союзе было написано, по меньшей мере, две песни о любви. Одна из них — это песня «Лебединая верность». Я надеюсь, вы все знаете. Что с тобой, моя любимая, завиская? Это песня Андрея Дементьева и композитора Евгения Мартырова. Дементьев, быть на свою главную редактору журнала «Юность», получал много писем. Естественно, в одном из них он прочитал о том, как один охотник застрелил 10 лебедей. И до такой степени его встряхнуло, что он решил написать и написал стихотворение, которое стало песней. И он объяснял, что хотел еще раз напомнить людям о сострадании. Вроде все на месте, да? Для меня нет. Я объясню, почему. Сострадание – это качество души. Это не эмоция. Это не сентиментальность. А ведь в песне «Лебединая верность» там песня о животных. Не о людях. И она апеллирует не столько к сознанию, сколько к чувству. Поэтому плачется, растрогает и так далее. Но я хочу вас напомнить, что даже те люди, которые могут поднять руку на человека, вполне могут пустить слезу на их хромой собаки. Вполне. Это не есть сострадание. Это сентиментальность. Совсем другой уровень. Еще раз повторю, сострадание – это качество души. Это не стихотворение. То есть его нельзя, и вот сестра выучить как стихотворение, забыть, потом опять вспомнить. Нет. Оно либо есть сострадание, либо его нет. С этим приходит наш мир. Конечно, можно себя воспитывать это сострадание, но это дело всей жизни. Как когда-то, когда я изучал кабалу, естественно, помню, что для того, чтобы выучить кабалу, нужно иметь 99 лет. Вот 99 лет ты ее учишь, вот тогда ты ее учишь. Вот это, конечно, что-то похожее на сострадание. Я почему вспомнил?
об этой песне. Дело в том, что вторая песня, это две песни, да? А вторая песня, это песня Высоцкого «Баллада о коротком счастье», тоже перевозитарность, которая была написана и исполнена им в фильме «Стрелы Робин Гуда». Вот его песня, она апеллирует в сознание. Она апеллирует в сознание, как басня Крылова, который писал о животных аллегорически, подразумевая пороки людские. И поэтому Высоцкий также написал о лебедях, подразумевая под этим желание свободы и счастья. Потому что в несвободной стране не может быть счастья. Счастье в несвободной стране. Коротко, если и есть. Наверное, никто не знает эту песню, а может быть, знает, но очень-очень нераспространенная песня. Трубят нога, скорее-скорее, и копошится сыр. Душа у ловчих без затей жила и сыта. Но и забава у людей. И стрелы ввысь помчались у лучников на мятом глаз, а эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем там, где синие звезды счеты, куда под светлым лебедям высокого полета. Свои два крыла раскинь, в трубе носи, скользи по горе склона. В такой весь, куда и впредь, возможно, будет долететь лишь ангелом и не стоном. Но он там ее настиг, счастлив в их еде, но только был под яркими их песней лебединой. Крылатым ангелом сродни, в земле направились они, опасная поводка. Из-за кустов, как из-за стен, следят охотники за тем, что в счастье было кратко. Натирает под солба, вином не подземлет. Сбылась последняя, как бы остановились в голове. Самого Чарльза Бронсона. Он бросился вниз, естественно, подошел к нему на новом английском, представился, что он тоже актер, и сказал ему, что он, сейчас Бронсон, является любимым голливудским актером. Дальше последовало вот что. Бронсон вяло, с такими надоедливыми глазами посмотрел на Высоцкого и сказал: «Боже, как вы мне все уже здесь надоели!» Повернулся и ушел. Это не просто было досадно, это было такое впечатление, как будто в тебя вмотили ноги, наделали на тебя. Это был шок для него, просто шок. Он поделился этим со своим близким другом, Вадимом Туманом. И вот прошло там месяца два, три, не знаю, когда события это выветрились у него из головы,
Однажды Высоцкий выходил после спектакля, из театра шел на стоянку к своей машине вместе с Тумановым. И в это время к нему подбегает улыбающийся солдатик, выражает ему свое восхищение и просит автограф. Высоцкий говорит следующее. Слушай, парень, пойди-ка отсюда, сейчас не до тебя. Окей. Пошли в машину, сели. Но не успел Высоцкий завести машину. Как Туманову тут же напомнит случай с Бронским. Высоцкий побледнел. В ту же секунду выскочил из машины. 15 минут, четверть часа он бегал по площади, искал солдатика. Естественно, что он там уже не нашел. Он вернулся в машину. Сел, положил руки на руль и долго молчал. Потом сказал, какой же я негодяй. Когда Высоцкого спрашивали, что он ценит больше всего мужчину, он говорил, силу, ум и доброту. Очень многих он оставлял молодых, молодежь, вырасти дома. В данном случае он добротой не блеснул. Видимо, она была ему все-таки не свойственна. А привлекаема, когда помнил. В любом случае, я ему не судья. Высоцкий прекрасно понимал, что он приносит людям не только радость, но и страдания. И это прежде всего казалось его женщиной. Он знал это и выразил это в песне, которую написал не для женщины, а от их имени, как бы вложил эту песню в их уста, в уста всех своих женщин. Кстати, Марина Влади тоже исполнила эту песню. Трудно, конечно, не трудно, а жаль, что только пониманием это и закончилось. В одном из фильмов есть мудрое изречение, которое гласит следующее. Знать путь и следовать им — совершенно разные вещи. Совершенно. Со мной, а за ним не дать смогу.
в седле беда, ухмылялась. Но остаться он не мог, мы были всего один денек. А беда на вечный свет задвигалась. Беда на вечный свет Военная тематика. Это очень важная тема песни Высоцкого. Война началась тогда, когда Высоцкому было 3 года всего. Естественно, что он о войне ничего не знал. Его отец, может, знал. Но я сомневаюсь, что он говорил с ним о войне, поскольку ветераны войны старались в те времена держать язык за зубами. А мы все были напичканы нашей пропагандой, естественно, что руководящей роли партии, да, массовой героини советского народа и так далее и тому подобное. Но Высоцкий пел свои песни не о руководящей роли партии, не о советском народе, не о генералах, а о простом солдате. О солдате, который всегда выносит все тягости любой войны. Справедливая она, несправедливая, ему это не касается. Он всегда выносит. И Высоцкий относился очень трепетно к этой теме. Кроме этого, его родители же разошлись. Отец нашел другую женщину, уехал в Германию, в скорости вышла замуж его мать. Какую травму оставила это на его сердце маленьком, одному Богу известно. Но, видимо, это событие сыграло фабулярную роль в написании им песни. Эта песня называется «Песня Вани у Марии». Что интересно в этой песне? В том, что эта песня о трагедии, по сути дела. Потому что, вот смотрите, я служил срочную службу. Вечером перед отбоем рота выходила на вечернюю прогулку. Вечерняя прогулка – это не с папиросой по аллее. Это становится строй солдат и строевым шагом идет. И старшина говорит: «Шага, марш, запевай!» И тут начинается: «Идет солдат по городу, по незнакомой улице». С этой песни есть слова. Ведь для солдата главное, чтобы его далекая, любимая ждала. Это в мирное это время, а в военное это вырастает в 10 раз выше. Это единственное, чем жив солдат. Не единичные были случаи, когда возвращались домой, а их никто уже не ждал. И об этом и песня. Трагедия. Возвращается солдат домой, а его подруга уже с другим. Он молодец, Высоцкий. Он ее написал в юмористическом ключе. Это великолепно. Почему? Я объясню почему. Может быть, помните кто-нибудь передачи «Вокруг смеха»? Что-то похожее. Там еще Ян Арлазоров часто выступал. И, по-моему, Рудковская, Рина, не помню. Там было в начале передачи такой лозунг. Юмор – это спасательный круг, который позволяет нам плавать по волнам жизни. И поэтому, переводя трагедию в плоскость философскую и даже в сатирическую, в юмор какой-то, этим спасается сердце, чтобы не разорваться. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому Высоцкий написал эту песню. Написал эту песню Ване у Марии. И то, что было в этой песне, было не так уж редко. Я полмира почти, а через злые мои прошагал и прополз с батальоном, а обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел,
а над крышей дымок поднимался не так, а другой. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату. Не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях, я шагнул в полутемные сени. За чужое, за что-то споткнулся в сенях, дверь рванул, подкосились колени. Там сидел за столом, да на месте моем неприветливый новый хозяин. И фуфайка наем, и хозяйка при нем, потому и псами облаян. Это значит, пока под огнем. Я спешил, ни минуты не весел. Он, гад, все вещи мои переставил в доме моем и по-своему все перевесил. Мы ходили под Богом, под Богом войны. Артиллерия нас накрывала, но смертельная рана нашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя поясницы согнул, силу воли призвал на подмогу. Извинись, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Дескать, мир и любовь вам, и хлеба на стол, чтобы счастье по дому ходило. Ну а он даже ухом в ответ не повел. Вроде так и положено было. Зашатался некрашенный пол. Я не хлопнул дверьми, как когда-то. Только окна вздохнули, когда я ушел. И взглянули мне вслед. Все! Вот так, вот такие вот песенки. Дорогие мои друзья, к песням Владимира Высоцкого можно относиться по-разному. Можно их любить, либо не любить. Можно их принимать, либо отвергать. И спорить о них долго тоже можно. Но одно я знаю наверняка. Мимо песен Высоцкого пройти нельзя. И сделать вид, что их нет, тоже нельзя. Сами песни это не дадут сделать, поскольку они всегда значимы и слышимы. И слышимость их только с годами увеличивается. Высоцкий писал очень личностные песни, абсолютно свои. Нужно сказать даже, что эти песни были неотрывны от него, ни как от автора, ни как от исполнителя. В них не только продолжалось его дыхание, в них чувствовалось его сердцебиение, в них грохотал пульс, раскрывался характер, обнажалась душа. Лучшие песни Высоцкого – это песни для жизни, они – друзья людей. В них присутствует удивительная добрая сила, позволяющая слабым подняться, потерявшим надежду ее обрести. На некоторые песни можно облокотиться, опереться, как на плечо друга. Эти песни пронизаны надежностью. С их автором можно пойти куда угодно. В тундру, в тайгу, в горы, в космос, да хоть к черту на рога. Но главное достоинство песен Высоцкого, что они были пропитаны сквозь правдой. Даже это были не песни, а он пел не песни, а саму правду. Правду крутых характеров, правду жизненных ситуаций, иногда высоких, иногда нелепых, правду извечных человеческих проблем, правду нежности и боли, правду своего времени. И поэтому то, что он пел, именно поэтому то, что он пел, хотели
сказать и спеть многие другие простые люди, но не умели это сделать. И Высоцкий пел для них, за них и от их имени. И именно поэтому они считали его своим другом. Летчики его считали летчиком, альпинисты – альпинистом, даже зэки его считали своим. Люди считали его, Высоцкого, своим певцом. Хотя нет, не певцом. Певцы – это были другие. Он был Высоцким, и ему посвящается. Кто-то высмотрел плод.
что не спел, не спел. Потрусили за ствол. Он упал. Была песня о том, кто пел, не допел, не долетел, не долюбил, не домечтал.